Приветствую всех, дорогие друзья! Как ваши дела, здоровье, успехи? У нас радость большая. У Султана родилась девочка. Мне внучатая племянница, но так как нет у них родителей, сами понимаете. Мы сегодня малышку встречаем дома. Я сегодня отпросилась, поэтому сейчас буду накрывать стол. Так быстро мясо тушу большими кусками. Ой, так с картошкой курдах такой сделаем. Тесто ничего не ставила, но сейчас баурсаки, наверное, быстро поставлю. И что, салатики летние буквально сделаем, и все. И быстро-быстро нужно накрывать стол. Сваха приедет, должна выписка, не знаю, вроде в 4 вечера или в 3, вот так примерно. Надо все успеть. Дурдом, так что у меня. Дорогущие друзья, как ваши дела? Я была за кадром, теперь в кадре. Мясо тушится, еще одно мясо попозже чуть добавлю, потому что это быстрее готовится, чем то. Что еще? Очень много дел. У нас родилась девочка, такая холюсенькая, светлая такая девочка. Так, теперь что? Беготня у меня. Сейчас мама чистит картошку. Мясо прям крупно порезала. И что еще буду делать? Тесто немножко на баурсаке поставлю. Выпечка готовая взяли, потому что Султан привез все, потому что некогда. И легкие салатики будут. Капуста, огурцы, редиска, потом помидоры. Ну, вот такое вот все. Одеваем фартуки и работать. Работать и еще раз работать. Сегодня, не знаю, мужа буду никакая. Поэтому в легкой домашней одежде вперед пахать. Так, сейчас мясо. У меня баранина здесь. Продукты съездила с утра, купила. Но это колбаса. Все домой. Колбаса, ничего такого. Конфеты взяла, что-то там на стол, чтобы. Теперь пекинскую капусту. Все быстро-быстро салатики режу. Отправляю в холодильник, и все. Несложное все готовлю, чтобы быстренько. Поставила тесто на баурсаке, быстренько пусть поднимается. Пожарю потом там в палисаднике. Сейчас капуста, мапуста. Взяла пекинскую. Кабачки, огурцы. Все мою сейчас и нарежу быстро, на терочке натру, подготовлю, чтобы потом все смешать только. Так. Сейчас очищу сразу. Поэтому гости будут, ну, чисто так, символически. Шпинат есть, листья салата есть. Все это смешаем, сделаем. Яйца поставлю сейчас вариться. Кабачки. Цукини. Огурцы. Все моем, подготавливаем. У нас эти дни очень сильная жара. Очень просто. Так, масло убираем. Это все пригодится сейчас. Подготовлю тёлочки свои две. Этого достаточно будет. Ой, так. Это сейчас сюда. Вспомнила про мясо. Мясо. Мясо уже просолено, знаете, солила в тот раз. Сейчас один раз промою и все.
промываю. И все, и в кастрюлю тушится. Все надо в большом казане делать. Девочки, все готовое, как я уже сказала. Султанчик поехал, взял. Вот, все, чисто так, чай попьем. Дядя маленькая, только выпишет, поэтому долго сидеть никто ничего не будет. Маленький графин все. Так, сейчас постараюсь снять все, что смогу, что не смогу. Не обижайте. Вот пироги, это такой вот пирог. По-моему, это что, сметанник, наверное, какой-то. А, творожник, сметанник. Короче, здесь вот так сейчас стол разъединю, накрою, и все. Ой, что еще? Что еще? Голова круглая. Вообще квадратная даже. Оказывается, выписка в 14:30. Ничего не успеваю. Мясо тушится. Думали на 4. Сейчас быстро салаты. Салаты самое простое. Сейчас быстро-быстро на терочке. Ну, подождут, посидят. Так, досточки, мосточки. Время не терпит отлагательств. Эх, стол. Сейчас. Делаю что? Сейчас крупно помидоры режу, яйца крупно и что еще? Шпинат. Огурцы не буду, пекинскую капусту. У меня есть еще фасоль консервированная. Сейчас что-нибудь, да, быстренько сделаем. Шпинат принесем, все принесем, все сделаем. Чесночок, мясночок, все добавим, и чудесные будут салаты. Вчера не было времени даже снимать. До того беготня, уборка. Все вот так вот крупненько, яйца, все крупно. Когда крупно режете, салат смотрится хорошо. Не будет каши, имеется в виду. Сюда добавлю, в этот салат добавлю цукини. Вот что делаю, цукини, кабачки, натру на слайсы. И будет прекрасно, сочетание будет хорошее. Наш малыш сок не спадает, поэтому с помощниками у меня тяжковато. Так, пекинскую капусту промыла. Все, режем крупно. Эти листья выбрасываем. Так, это все крупненько. Смотрим, чтобы не было никаких жучков, паучков и других товарищей. Вот так, все крупненько. Твердые листочки. Ну, хотя твердых листочков в пекинской капусте мало. Так, все. Теперь на слайсы сделаем кабачок. Ибруша, кран выключи, Алтану. Воду выключи, ага, клоном. Слышишь? Вот так вот. Мясо тушится, главное, может, не успею. Пока выписка, пока туда-сюда. Это уже даже могу успеть. Главное, чтобы баранина сварилась. Рахметолтун, иди переоденься. Красиво, шортики, барки. Ау! А суды в ущелье. Казар, ека жарм да шарат. Маме говорю, что в 2:30 выписывают. Сама я в такой ведухе хожу, как с утра, так и лазью. Вот такие слайсы. Кабачок отправляем. Думаю, одного кабачка хватит. Немножко слайсами тоже огурцы добавлю. Второй салат. Редиска, капуста будет. Посмотрю, что еще. Добавлю чуть-чуть огурца, чтобы вкус дал огуречный. Убираю эту кожуру, нехорошая. Так, яйца. На майонезе будет этот салат.
Еще морковку надо почистить. Орда крупно буду ложить. Что не знаю с прической. Не до прошёски. Сами что ели, что пили, не знаем, но сами понимаете, сваха приедет. Сноха у нас полукровка. И моя сноха полукровка. И у султана супруга тоже полукровка. У нас все полукровки здесь. Поэтому Татьяна. У меня сваха родная моя, которая тоже Таня. И эту сваху тоже Таня зовут. Представляете? Вот так у меня две свахи Татьяны. Все, два огурца отправили. Ну, вот так вот быстро салат. Очень быстро. Так, думаю, этого хватит. О, шпинат еще сейчас пойду соберу шпинат. Со шпинатом буду. Еще здесь он будет красиво. Очень в салате смотрится шпинат. Сюда прям зеленуха просится. Так, яйца. Что в огороде есть, все нарвала. Все. Зелень высушили. Очень удобно. Очень прекрасно. Листья шпината, укроп, лук зеленый, базилик, розмарин. Все тут есть. Все тут есть. Все крупно режем. Не стесняемся, режем крупно. Удаляем только грубые части. Остальное все. Крупненько. Вот так. Все. Сейчас что делаем? Яйцо. Помыла яйца хорошо. Все. Но всегда почищу и промываю еще раз. От шкарлупы вдруг попадется. Яйца в таком летнем салате очень хорошую пикантность придают. Тесто, кстати, уже поднялось. На солнце вынесла. Два раза уже поднялось. Сейчас быстро-быстро нафармую, там пожарю. Мне главное картошку успеть закинуть. И мясо проверить. Сварилось ли мясо, вот что. Ну, я думаю, ничего. Гости посидят, поразговаривают к этому времени. Пока выпишут, пока приедут. Думаю, успели. Что не успею, ну что. Угу. Все. Таких яиц хватит. Вечером мои ноги, думаю, отвалятся. Столько бегать. На выписку я не еду, потому что некому тогда будет готовить. Молодежь сами пусть выписываются. Мама поедет туда. Ничего. Потому что если я уйду, это будет все. Атас. Вот так яйца сюда. Много салата выходит. И очень, кстати, вкусное. По-летнему хороший такой. А этот, может, капусту с фасолью сделаю. Что-то придумаю сейчас. Так, здесь все выбрасываем. Нету ни у кого ни курочек, никого. Мою. Все. Вот такой яркий будет салатик. Хороший. Так, следующий салат, это я капуста, редиска, огурцы, просто летний тоже салат. Быстро натираю и все. В летнем салате главное лук и укроп. Очень вкусно.
что значит бегать, да? Бедные женщины. Что делать? Наша жизнь такая, удел. Мой удел — это кухня. Сейчас в такую жару никакие салаты, даже такие тяжелые, не идут. Поэтому нужно легкие. Все легкое. Доня. Ну, эти грубые уберу. Грубые части. Остальное про-про. Не поняли. Главное, руки туда, чтобы не ушли в салат. А то будет салат с руками. С пальцами. Редиску, редиску. Редиска хорошая, нежная. Она так, знаете, быстро, хрустящая еще в воде была. Мама ее в воду положила. И она сочная прямо. Не грубая. Так, это все сюда. Потом почищу, уберу. Это выбрасываем. Все, это что? Куда? Сюда. Так, пока все. Отходы еще положим сюда. Все. Еще в этот салат забыла. Яблоко хорошо будет. Очень вкусненько. Яблоко вот эту кисло-сладкость дает и очень вкусно. Перемешаем, чтобы яблоко не потемнело. Капусту сверху сделала, накрыла яблоки, а то потемнеет. Кто-то снял. Все, иди туда. Здесь, конечно, было музыкальное сопровождение, но YouTube не разрешает вставлять музыку, поэтому молодежь приехала с роддома, все там, а где шарики, все это потом уже заносили, шарики, цветы, так что вот. Здесь, получается, пока еще стол не готовила, только начинаем накрывать. Ой, там сваха уже, все гости собираются, мы еще даже стол не накрыли, до того я не успевала, видите, поэтому потом девчонки присоединились, быстренько-быстренько накрывали стол, вот так вот накрыли, все на ходу, короче. Хорошо, тут мама поддержала беседу огородом, как всегда, огородничество я не снимала, снимал внук, поэтому что захватил, то захватил, короче.